Сегодня мошеннице свадьбу пришлось играть без торта. В Ростове женщина брала деньги за кондитерские изделия, но заказы не выполняла. Сейчас лжекондитер арестован, возбуждено уголовное дело. Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Какие сегодня новости на Дону? 140 тысяч турок против 5 тысяч казаков. Памятник архитектуры чуть не разобрали по кирпичикам. То, что мы видим сегодня, войну было лучше. Крылатая пехота отпраздновала юбилей. Минувшее воскресенье на Дону прошла красочная реконструкция событий знаменитого Азовского осадного сидения. Костюмированная битва состоялась в районе Турецкого вала. В этом году в ней приняли участие 35 военно-исторических клубов со всех уголков России. Сабля среди холодного оружия занимает особое место. Ею удобно сражаться конному и пешему. Было это больше, чем 300 лет назад, а ужасает и завораживает до сих пор. В ход идут точные копии холодного и стрелкового оружия времен противостояния казаков и турок. К примеру, фитильная аркебуза 16-17 веков Османской империи. Механизм довольно-таки прост, но эффективен в бою. Берется вот такая натруска, как она называется, здесь находится порох, набивается порох внутрь, затем сам фитиль, уже подожженный. Далее на спусковой механизм производится упор и производится выстрел. Желательно, конечно, во время выстрела находиться подальше от пороховых складов. Первые залпы пушек, и агрессоры бросаются в атаку. В 17 столетии 5000 казаков несколько месяцев удерживали миллионную армию янычар, на чьей стороне сражались наемники со всей страны. Оттого одежда реконструкторов в разнобой. Здесь можно увидеть испанцев, французов и немцев. Грандиозное зрелище стало привлекать иностранных туристов. Наш фестиваль является одним из крупнейших туристических событий не только Ростовской области, но и России. С каждым годом благодаря ему растет число гостей Донского края. Атака за атакой, казаки удерживают позиции. Активное участие в бою с двух сторон принимают женщины. Турчанки ведут плотный огонь, казачки сбрасывают на янычар камни. В данном случае бутафорские. Мужчинам приходится несладко. К сожалению, слегка зацепили щитом мне в лицо, краем щита. Довольно-таки серьезный удар, но раньше было страшнее и тяжелее. Ничего, прорвемся. Более 100 реконструкторов из разных регионов страны несколько дней готовились к представлению. Распределили роли, продумали тактику каждого боя. Пиротехники заложили более 130 зарядов. Очень горячий бой. Но мы хотели донести до зрителей, до всех гостей нашего города и области вот ту атмосферу, которая здесь происходила в 1641 году. Как свирепые турки нападали на практически малочисленный отряд казаков. В истории не было такого прецедента, чтобы такой перевес был в численности войск. Несмотря на все трудности и лишения, в конечном итоге казаки одержали победу и тем самым положили начало всевеликому войску донскому. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко, на Дону. Берегли исторический фасад, не уберегли внутреннее убранство. Старинный доходный дом начала 20 века, принадлежавший сестрам Ольге и Елене Сариевым, известный также как «Шоколадный дом» и «Центральная городская библиотека Ростова», памятник архитектуры регионального значения. Однако здание вызвало интерес людей, далеких от любви к истории. Давно еще было так. Ну, это вот черно-белый снимок, так сказать. И вот то, что мы видим сегодня. Речь идет о перилах знаменитого дома Сариевых, построенным еще в 1902 году. На культурное наследие Ростовской области позарились сборщики металлолома. Северный фасад дома и парадная лестница в списке охраняемых государством объектов. Но это не помешало превращению здания в рухлядь. Много лет здесь размещалась библиотека имени Горького. Администрация Кировского района Ростова признала дом аварийным. Однако внимание к объекту не прибавилось. Долгое время Министерство культуры Ростовской области добивались от равнодушных собственников принятия мер. На сегодняшний день суд решил обязать владельцев, а их три – администрация города, частный предприниматель и английская обувная фирма – восстановить историческое здание. Вот сейчас что-то движется. Движется, причем
конкретно уже, когда пристав, потому что присутствовал и пристав на том совещании, в котором я была, который собирал DJ Collection, присутствовал представитель этой службы, ну, по крайней мере, так я поняла, что это был пристав, девушка, которая за исполнением именно вот этих принятых судом решений. Чудом уцелела, говорит руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. После освобождения в Ростове в 1943 году здесь заработала городская библиотека. Дом пережил войну, но халатного отношения в мирное время может не пережить. То есть чудом уцелело. То есть тут было разрушения были как везде, но если везде это было сгорело дотла, многие здания сгорели по Садовой, то здесь оно, вот это здание чудом сохранилось. Его привели в порядок, и здесь была библиотека. Вот то, что мы видим сегодня, войну было лучше. На сегодняшний день разрабатывается проект первоочередных аварийных работ. Главное, чтобы до них здание не разнесли по кирпичику. Лиана Балаян, Юрий Бабенко, на Дону. Крылатая пехота отметила юбилей. 2 августа воздушно-десантным войскам исполнилось 85 лет. В 1930 году на учениях частей Московского военного округа возле Воронежа впервые был выброшен парашютный десант. С тех пор служить в ВДВ не только по контракту, но и по призыву почетно. Показательные выступления, традиционная полевая кухня и масса развлекательных мероприятий. Парк имени Горького – основное место сбора однополчан-десантников. В этом году армия приготовила для войск дяди Васи, как говорят среди своих, показ современной техники, о которой многие в свое служивое время и мечтать не могли. Спецмашина «Тайфун» на базе КАМАЗа предназначена для перевозки личного состава. Толщина брони в этой капсуле способна выдержать взрыв до 10 килограммов тротила, что позволит спасти не одну жизнь десантника. Лоб кабины этой машины дополнительно усилен броней, которая обеспечивает защиту от 30-миллиметровых снарядов. Возможно, установка бронещита. Он закрывает лобовое стекло. Отсек десанта оборудован мониторами. Они транслируют вид с внешних видеокамер. Неподалеку пункт отбора на военную службу по контракту. За несколько часов более 30 добровольцев изъявили письменное желание служить по контракту в элитной 22-й бригаде спецназа ВДВ. Призыв будет, начнется осенний, будет еще пополнение. Вот только весной более 1000 человек ушли в воздушно-десантные войска из Ростовской области, призывников. Десантники, как показывает практика, самое дружное братство. Отношения поддерживают через много лет после демобилизации. Во время службы Рубен Агамалян прошел через многое. Его сын продолжил путь отца, отслужил в ВДВ. Говорит, хотя внук еще не родился, но цвет его армейского головного убора уже выбран. Правда, ветераны службы поддерживают не все традиции. Почти 30 лет гражданки за плечами, будем так говорить, после армии. Ни я, ни мои однополчане, ни мои друзья в фонтанах не купались. Кто купается, откуда это повелось, я без понятия. За порядком в этот день следят усиленные наряды полиции, ОМОН и общественные организации, следящие, в свою очередь, за полицейскими. Мы осуществляем контроль за действиями полиции и даем оценку их законности действий, правильности. Но в то же время мы сможем и защитить наших полицейских от огульных, незаконных или, может быть, так можно сказать, надуманных обвинений в неправильности действий. К массовым гуляниям присоединились и байкеры. Многие из них также отслужили в воздушно-десантных войсках. Завершил вечер торжественный концерт под открытым небом. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко, на Дону. Нашла коса на камень, точнее флагшток на черенок от лопаты. Без происшествий в юбилейный день ВДВ все-таки не обошлось. Драка с участием нескольких десантников и рабочих, ремонтирующих здание, произошла в Ростове на улице Горького. На место происшествия прибыл ОМОН, чтобы утихомирить конфликтующих. Итог драки – несколько разбитых в кровь лиц и задержание драчунов. Возможно, так голубые береты компенсировали запрещенное купание в фонтанах. А может, лучше остудили бы свой пыл под прохладными струями воды. А что по этому поводу думает Ростов-на-Дону?
Вот уже второй год в Ростове десантникам не удается искупаться в фонтане. Городская администрация отмечает главный атрибут праздника во избежание неприятных и курьезных случаев. У одних это вызвало восторг, у других – негодование. А я считаю, нельзя отключать фонтаны, чтобы ВДВшники не купались. Но если мы будем отказывать ВДВшникам, то кому тогда не отказывать? Все равно они люди, ну, пусть купаются. Тем более вчера был выходной день, я с подругой гуляла, тоже было очень жарко, без фонтанов не очень комфортно было. Поэтому, ну, в принципе, они люди, ну да. Пусть, ну, милиция все равно стоит, как бы судит за порядком, почему бы и нет. Я думаю, что если они захотят искупаться, то искупаются где угодно. Я считаю, что традиция купаться в фонтанах – это как такая дань этого праздника. И, возможно, может, не стоит лишать солдат с какой-то определенной традиции, потому что на традициях, возможно, многое держится. Да нам, в принципе, все равно. Ну, а так, наверное, безопаснее, что ли. Меньше людей травмируется. В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили и работники стальных магистралей. День железнодорожника – один из старейших в России профессиональных праздников. Его учредили еще в 19 веке. Самой южной железной дороге в этом году исполнился 151 год. На торжественном мероприятии поздравили больше 60 тысяч железнодорожников. Перед вами представлена модель электровоза ВЛ-22М. Это первый отечественный электровоз, работал на Закавказской железной дороге. Самый первый, самый современный, самый необычный. Говорить о поездах эти двое ребят могут, если не вечно, то очень долго. Воспитанники детской железной дороги сами конструировали эти макеты. Выставка к профессиональному празднику – подарок юного поколения бывалым сотрудникам магистрали. Султан Тумхаджиев – один из них. На празднике его грудь украсил знак «Почетный железнодорожник». У меня отец работал в локомотивном депо «Будермес». Приходилось ходить отцу и полюбил работу железнодорожника. Полувоенная организация, полувоенная дисциплина. А дисциплину я люблю. В этом году северокавказскую ветку признали одной из лучших в России. Только за последние полгода и только в пределах Ростовской области на магистралях РЖД перевезли почти 7 миллионов пассажиров. За хорошую работу больше 20 сотрудников из КЖД получили награды от правительства области, от городской администрации и от компании РЖД. На празднике упомянули и развитие проекта высокоскоростной магистрали «Москва-Адлер». Планируется, что у поезда будет остановка в Ростове. На самом деле находимся на пути движения по реализации данного проекта, но очевидно, что потребность в ней сегодня не нужно доказывать, она необходима, и нам предстоит в ближайшие годы в этом направлении трудиться активнее. Не забыли и про тех, кто 70 лет назад трудился на железнодорожных ветках. Ветераны получили подарки и благодарности от железнодорожников. Ну а для всех работников РЖД вечер закончился праздничным концертом. Юлия Карасюк, Андрей Токарев, на Дону. Донская прокуратура переехала. В новом здании на Халтуринском 101 будут работать 260 сотрудников. Торжественное открытие посетили заместители генерального прокурора России и представители областной власти. Прежнее помещение в переулке Братском было мало приспособлено для эффективной работы ведомства. Площадей не хватало, ощущался серьезный дефицит парковочных мест. При всех сложностях сегодняшнего времени была достигнута достаточно короткая промежуток времени. Часто здесь проезжая, я видел динамику, вот здесь на экранах это видно, как это происходило. И даже те небольшие нюансы, которые возникали, они своевременно закрывались. Строительство здания прокуратуры началось в 2013 году. Оно полностью оборудовано парковкой, пандусами и санитарными комнатами для маломобильных групп населения. В Донской столице будет своя красная дорожка. С 20 по 23 августа в Ростове пройдет первый международный фестиваль кино и спорта «Мост искусств». Форум по задумке организаторов мотивационный. Его ключевая тема – стремление к достижениям. В программу войдут кинопоказы из 15 стран мира, музыкальные концерты, спортивные мероприятия. У нас основная площадка – это кинотеатр «Ростов-2». Площадки дублирующие, это кинотеатры в Таганроге и в Ростове. И вот
таким образом три площадки, которые будут использованы для кинофестиваля. Участие в фестивале примет целый ряд российских и зарубежных знаменитостей, в их числе Стивен Сигал, Дэнни Трехо, Сергей Жигунов, Нона Гришаева, Елизавета Боярская и многие другие. На Дону по программе «Доступная среда» до конца 2015 года более 200 социально значимых объектов адаптируют для людей с ограниченными возможностями. В учреждениях здравоохранения, культуры, спорта и образования для людей с ограниченными возможностями установят пандусы, мобильные лестничные подъемники, поручни, расширят дверные проемы. К 2020 году безбарьерную среду создадут более чем в 1000 объектах Ростовской области. Перед нами сегодня с вами стоит непростая задача, а именно максимально эффективно и как можно в более короткие сроки сформировать безбарьерную среду во всех городах и поселках нашей области, чтобы инвалиды могли беспрепятственно передвигаться по улицам, ездить на общественном транспорте. На заседании коллегии Министерства труда и социального развития области также обсудили меры поддержки семей с детьми. В этом году на ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребенка область выделила 1 миллиард 46 миллионов рублей. Мы полностью выплачиваем все взятые обязательства, льготники, беременные мамы, выделение участков, приобретение многодетным автомобилей. На сегодня размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка составляет 7240 рублей. Далее в программе сообщения с мест. В Волгодонске на остановках общественного транспорта появились первые таблички с QR-кодами. Теперь, чтобы узнать об истории города, достаточно иметь смартфон или планшет, доступ в интернет и бесплатное приложение. Было напечатано очень много книг, но они были как бы не востребованы молодежи нашей. Данный проект позволяет как раз с помощью мобильного приложения QR-сканера получить информацию с этой книги, кратенькую информацию о том месте, где они в данном месте стоят. На первом этапе таких табличек будет установлено 15. Если проект приживется, то вполне возможно появление QR-кода рядом с памятниками и историческими зданиями. Не оплатил ЖКУ, не получил кредит. Таким образом, ресурсоснабжающие организации Новочеркасска хотят стимулировать должников. Своевременная оплата – залог успешного прохождения будущего отопительного сезона. Очень важно понимать о том, что от степени и полноты оплаты гражданами и предприятиями за поставленные коммунальные ресурсы зависит полнота и степень оперативности производства работ, которые мы проводим в данный момент. В настоящий момент предприятия испытывают финансовые затруднения вследствие наличия больших задолженностей населения перед тепловыми сетями. Сейчас рассматривается вопрос о передаче информации о должниках в бюро кредитных историй. Коммунальный долг может стать препятствием для получения кредита. Мы уже вынуждены идти на такие меры, дабы стабилизировать ситуацию с платежами населения. Поэтому как бы обращаемся к гражданам о том, чтобы не допустить таких неприятных ситуаций, когда вы пришли в банк, а в банке вам отказали в кредите вследствие того, что у вас плохая кредитная история, вследствие того, что мутепловые сети подали информацию о том, что вы являетесь задолжником за коммунальные ресурсы. Просим, соответственно, не допускать таких вот ситуаций. В Красном Сулине активно ремонтируют автомобильные дороги. От жителей улицы Карбышеков адрес главы городского поселения поступило письмо с просьбой выровнять проезжую часть улицы. На данный момент просьба удовлетворена. Ввиду того, что скальный грунт, невозможно было провести редировку и выровнять это полотно, пришлось добавлять новый материал. Вот на этом небольшом отрезке, ну, порядка 50 метров, здесь засыпано 6 КАМАЗов, это ориентировочно 60 тонн материала. «У кого что болит, тот о том и говорит». С такими словами начинается наша новая еженедельная передача «Поговорите с доктором». Первый эфир состоялся в минувшую субботу в 10 часов утра. На вопросы мамы и бабушек отвечала Роксана Алавердо, главный детский инфекционист Ростовской области. Так случилось, что телезритель из села Ряженое позвонил поздно и ответа в прямом эфире получить не успел. Сейчас Роксана Геннадьевна ответит на вопрос в записи. А я с вами прощаюсь. В студии была Анна Туполева. До встречи.